Методика трансанальной эндомихирургии, она не новая, но ее актуальность в последние годы выросла, потому что если раньше мы могли использовать эту методику только для удаления доброкачественных опухолей прямой кишки и ранних стадий рака, то сейчас мы можем ее использовать и для более продвинутых стадий рака прямой кишки с хорошим ответом, эффектом после проведенной неадъювантной химиолучевой терапии, предоперационной химиолучевой терапии. Соответственно, это как бы новое направление старого метода. И с учетом того, что сейчас грамотность населения растет, скрининг улучшается, пациенты чаще обращаются, чаще делают колоноскопию, чаще выявляют ранние стадии рака, то, соответственно, больше пациентов идет не на большие травматичные операции, не на неинвазивные резекции достаточно больших объемов кишки, а на миниатюрные, малоинвазивные эндомихирургические вмешательства, при которых удаляется только сама опухоль с окружающими здоровыми тканями. Пациенты выписываются на второй-третий день и возвращаются к обычной нормальной жизни. Поэтому эта комбинация технологической прогресса и грамотности населения позволяет нам лечить больных более эффективно, намного быстрее проходит операция, реабилитация, и результаты, конечно, намного лучше.